Вопрос отсутствия в продаже местной продукции поселка Чукурдах решен. В преддверии Дня Арктики там открылся магазин одной из коренных родовых общин. Теперь на прилавках появились традиционные продукты питания северян – мясо и рыба. В здании магазина «Алайха» управление сельского хозяйства района провело ярмарку продаж сельскохозяйственной продукции республиканского товаропроизводителя «Саха-Агропродукт». Жители поселка по достоинству оценили холодные закуски из жеребятины, потроха, кровяную колбасу и другую продукцию. Завезли 413 килограмм и 222 наименования продукции. Община «Алайха» к нам помогла с предоставлением магазина для нашей ярмарки. Мы договорились с «Саха-Агропродукт» в Якутске и с ИП «Бережнев». Договорились, чтобы они привезли до сюда на автотранспорте. Расходы транспортные покрывает «Улус».